Всем большой привет! Смотрите, кто у нас тут сидит и играет с уточкой? А, красотка! А все потому, что она хочет идти гулять, вот у нее приготовлен здесь комбинезон. А мне нужно запаковать вот этого малыша. И потом мы вместе пойдем его отправлять с вот этой маленькой зайкой. Ну что, ребята, смотрите, что нам понадобится для запаковки этого малыша. Малыш из молда Лери. Посмотрите, какой он прекрасный. Он очень-очень хорошенький. Получился просто вообще. Так, идет свидетельство о рождении. Зовут его Эмиль. Вот такой комбинезончик я ему одену. Ну, наши наклеечки, бумага, пупырка. Ну и, как обычно, пленка. Ну что, ты сиди спокойненько играй, зайка моя, а мы будем запаковывать. Начинаем, ребята? Так, ну, начали. Этот малыш был сделан на заказ. Зовут его Эмиль, и он уезжает далеко. Это Россия, но это далеко. Вот так. Сейчас мы его запакуем и поедем его отправлять. Этот мальчишка будет моделью. Он будет демонстрировать, показывать вещички детские. Поэтому кто его заказал, заказчики, они прям все описали. И вплоть до губок, ручек, складочек, чтобы все было так, как они хотели. Ну, малыш понравился, и я очень довольна, потому что всегда в такие моменты переживаешь. Так, ребят, я не подготовила подгузники, ни в подарок, ни на голову для упаковки. Сейчас возьму подгузнички и к вам вернусь. Да, чижик, смотрите, у него какая сосочка. Нежненькая. Так, я вернулась. Подготовила два подгузника. Смотрите, один вот этот с пингвинами положим подарок. Вот так, чтобы вам было лучше видно. И второй от фирмы Памперс. Приступаем. Так, Эмилька, ты немножечко здесь. А я сейчас буду... Вот так я тебя покладу. Положу. А сама заверну вот в такую красивую бумагу. Подгузник. Наверное, вот этот. И пустышечку. Просто заверну бумагу и не буду никакие конвертики сегодня упаковывать. Завернула, сейчас заверну, завяжу бантик и к вам вернусь. Вот так получилось у меня завязать подгузник и пустышку. И теперь будем уже запаковывать этого зайчика. Давай ручки спрячем. Ручки спрятали. Продолжаем. Опачки. Опачки, опачки. Так, давай поворачивай головку. Будем с тобой прятаться. Всем. Да, от всех мы быстренько спрятались. Стороночку. Вот так. Я его уберу. И сейчас быстро буду заворачивать пленку. В принципе, все как обычно. Опачки, иди сюда. Я хотела вас, ребята, спросить, какое видео вы бы хотели видеть, чтобы я сняла в ближайшее время. Если хотите, пишите, задавайте вопросы. Я с удовольствием вам на них отвечу.
Сейчас заверну еще тут, где ножки, потому что я всегда запаковываю со всех сторон пленку, только после этого в пупырку. Везде все хорошо, плотненько заверну в такую пленку. И после этого можно заворачивать вот в такую пупырку. Вот так. Ну вот, малыш полностью хорошо запакован, защищен. И теперь осталось только запаковать его просто в красивую бумагу. Даже можно немножечко вот так, вот так. Здесь бумагу заклеиваем наклеечкой магазина «Солнечный зайчик». Кто не видел или не знает магазин, вот название, заходите. Магазин находится на ярмарке мастеров и называется «Солнечный зайчик». Все легко и просто запомнить. Так, куда я положила ножницы? Теперь не могу найти ножницы. Так, нашла ножницы. Сейчас отрежем ленточку. Нежно-голубого цвета ленточка. Не знаю, мне больше нравится, когда все более нежно, а некоторым, наоборот, более яркое все нравится. Ну все, наш малыш готов к отправке. Вот такая коробочка. Маленький такой презентик, пустышка и подгузник. Свидетельство о рождении. И здесь же в этом файлике памятка по уходу за малышом. Готово, закрываем и будем отправлять.